Уважаемые жители Бобруйска, дорогие побратимы, сердечно поздравляю вас с Днем Народного Единства Республики Беларусь. Этот важный государственный праздник, который объединяет всех тех, кому близки наши общие ценности, добро и милосердие, любовь к родной земле, желание трудиться для ее развития и процветания. И, конечно, он помогает гражданам страны сплотиться, формируя чувство гордости и сопричастности каждого к судьбе родной страны. Для нас, жителей Нарофоминска и Бобруйска, одинаково важно быть и оставаться патриотами наших стран, беречь и уважать свою историю, сохранять добрые традиции, передавать новым поколениям культурные и нравственные ценности. Поэтому я уверен, что наши побратимские отношения, которым в следующем году исполнится 20 лет, с каждым днем будут лишь крепнуть, демонстрируя пример искренней дружбы и плодотворного сотрудничества добрых сердец, открытых друг другу. В этот светлый и радостный праздник я от души желаю вам крепкого здоровья, удачи и благополучия. Пусть Беларусь всегда остается сильной и процветающей.